Всем привет, ребята, с вами Shadow Walker. Сегодня будем играть Interstellar Marines. Или Marines, называть как хотите. Это шутер FPS от первого лица. Точное описание не читал, но... название само Interstellar уже и так понятно. Знаете, я вот поиграл в эту игру. Больше почему-то похоже на Dead Space. На Dead Space и Battlefield. Меня убили. Так быстро, как и... как и можно было предположить это. Эзмак пишет ВТФ. Да, тут есть еще и чат. Нас всех убили. Это, в общем, миссия кооперативная на 4 игроков. Можно сказать, одна из миссий в компаниях. Которые в будущем потом добавят сюжет, наверное. И все возможно. А пока что это ранний доступ к игре, вы можете его купить в Стиме. И, конечно же, поиграть с друзьями. Я купил Spirehead Edition, который за 800 рублей. Так, правда, на другом сайте его купил, где составила очень огромную экономию денег. Spirehead вам дают бонус к разработкам DLC этой игры, а также подарочный гифт Interstellar Marines для приглашения друга в игру. И также хочу заметить, что в игре есть баги, особенно это связанное с вот этими вот ботами, которые меня убили. Вы их можете не видеть, а они вас видят, и они вас могут убить. Это тоже возможно. Багов тут много. Так что не удивляйтесь, что это ранний доступ. И тут просто может быть все что угодно в этих багах. Так, лучше закрыть дверь. У меня сейчас грохнут еще. Мне надо еще отойгениться. Вот теперь я отойгенился. А, чувак, это стекло, ты не пробьешь его. А вот так-то будет лучше. Так. Слышу какую-то шумиху вон там. Но что-то пока я ничего не вижу. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо. Блядь, чувака убили. Вставай, чувак. Вставай. Быстрее. Ну-ну-ну-ну. Есть. Встал. Жив, цел, встал. И не вы подумайте, что я что-то пошленькое говорю. Да, карта тут шикарная. Можно включать фонарик, можно включить лазер на любое оружие. Правда, их пока два, когда вы только начинаете игру. Ну вот вы там в скриншоте еще показывали какую-то снайперскую винтовку и еще много чего. Но пока что я уже сколько... 6-й час играю, и ничего такого мне не попадалось. Пока что бегаем. Да, и глушитель можно ставить на все типы оружия. На кнопку Q. F это у нас флешлайт. G это лазер. Так, я нажал на H. Это снять маску. Но ее не надо снимать, потому что это ваш... весь ваш интерфейс игры. Так, мне кажется, или я кого-то... на... да, карта периодически меняется. Каждая карта. То бишь, могут добавлять вот такие вот эффекты сигнализации, мини-стелса и прочего. Так, у нас осталось 8 гостей. God Emperor left this game. Кто-то уже ушел из нашей пати. Вроде бы я здесь чуваков видел, нет? Так, видел, видел, видел. Опа! Есть, минус 2, сейчас подлечимся. Фух. Так, они могут палить. Они могут палить вас запросто. Из-за этого света лишнего. Стелс тут присутствует, еще какой. Так, встаем. И ищем еще двоих.
Вот, теперь пошел эффект дождя. Правда, хрен знает, с чего это. Ну, выглядит, в принципе, красиво. Так, мы остались вдвоем с Мэри М. Ну, а я, конечно, поменял себе никнейм в стиме. The Big Bad Walker. Палец вверх, кто вспоминает волк среди нас. The Wolfman Cass. The Wolfman Cass. Ну? Где еще двое? А то это куст... Оу! Видел. Так, значит, получается, еще где-то один. Да, звуки дождя мне нравятся везде. И сам дождь мне нравится в игре везде. Какая бы игра ни была, дождь мне нравится всегда. Вот такая вот фразочка у меня коронная. Ой, ты олень. Ты чё, не можешь открыть дверь и ёбнуть его? Господи, какой ты олень. Где он? Вот, дверь открыла. Вот он. Вот, я ещё ход западное достижение. Пигоцентус на Зенере какой-то. Ты из 10. Ну ладно. Мы выиграли. Так, и снова загружается эта же карта. Так, и Мэри М уходит от нас, и в итоге я один. Вон в углу написано Дельта, это я. В этой команде Дельта. Есть команда Гамма, но это уже в обычных дезматчах, как в Battlefield, где вы играете против других же игроков. Ладно, попробуем одним, если не получится, то... Попробую перейти на другой сервер и там уже что-то увидеть. И опять же, ребят, из-за темноты ни хрена не... Вот, еще и вот такие вот баги встречаются. Вот такие вот баги еще встречаются. Так что будьте с этим поаккуратнее, если вы покупаете игру и играете в этот же режим. Будьте аккуратнее, они могут и сверху прийти. Такая фигня тоже есть. Так, но опять же, я один против 34 ботов. И вы сами видите, как они жестко стреляют. Буквально достаточно секунда, чтобы убить вас. Опять же дождь пошел. Как мне нравятся звуки дождя, ребят. Вы просто не представляете, какое это удовольствие. Так. Режим стелса. Вон у нас голубчик. Да, разброс в игре тоже есть. Отдача тоже есть. Правда, она... вот насчет разброса, это полная дикость. Она тут, ну, чересчур, чем в Counter-Strike. Поэтому лучше выпускайте по две пули. Жалко, что тут нет таких скиллов, как в Крайзисе, типа невидимости и все такое. Был бы в тему, если честно. Если честно. Был бы в тему, если честно, в мультиплеер ее добавили, такая бы жесть была, это было бы шикарно. Где-то кто-то ходит, но я не... Понятно. Прислушаться тоже можно. Вон, видите, опять. Вот опять, ребят. Ну, не знаю, как вам это сказать. Ну, пусть разработчики с этим разберутся, либо, ну, блин, даже боты играют против вас же нечестным способом. Вот же он, сука. Are you fucking kidding me? Неужели? И падает он, конечно же. Так, я надеюсь, что тут... Вот, смена ночи пошла. Со звуком ветра. Это такой уже... Опять стелс пошел. Так, желательно. Бывает и такое, что отключается электричество, и никакого света вообще нет. Вы пользуетесь только фонариком. И вы видите только с помощью фонарика. Вот, видите? Нечестным способом
Бот вылез из текстуры и убил меня сзади. Хотя я же все проверял там, ничего не было. Это своего рода баг с этими ботами, то что они застревают в текстурах, они проходят сквозь текстуру свободно и убивают вас. А потом вы удивляетесь, а где же он был, блин? А он был в текстуре. Ну ладно, ребят, сейчас я перезайду на другую серию или другой режим, посмотрим, что там будет. Я хотел зайти на сервак с режимом, чтобы против игроков поиграть, но в итоге, пока еще раннее утро, а у меня и правда еще раннее утро, то, к сожалению, народ пока там на серваках не плавает особо. Поэтому я зашел на самую первую миссию в компании, играя с вот этими вот отморозками, не знаю, кто это такие. Ну и сейчас пойдем убивать обычных ботов и... Так, а получается у нас сложность реалистичная. То бишь, будет полная задница у нас. Полная задница у нас будет. Есть, конечно, тут можно выставить сложность easy, medium, hard и realistic. Реалистик это полная задница, я вам отвечаю. Но, между прочим, я уже, в принципе, знаю, что это за миссия. Я уже ее проходил. Могилу. Где-то вроде бы еще один тут был, или нет? Да, был. Могилу. Так, и получается, что вы говномесы что-то тут задевать, да? Спасибо. Спасибо. Так, вот здесь вот прячемся, берем снайперку. Так, нет, 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 стоп, 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 стоп. Есть. Куда ты бежишь, голубчик? Ты не туда побежал. Так, слышу, слышу, слышу. Эти пока еще говномесы не услышали. Так что у нас есть все шансы. Да, еще и графон не оптимизирован. То бишь у меня выставлены вот такие вот настройки. Сейчас покажу. Вот такие настройки графики. И даже с такими настройками графики выглядит все очень красиво. Но знаете, когда ты чувствуешь, что у тебя игра идет на 120 FPS, а потом резко на 25, это негуманно вообще. Графон тут пока не оптимизирован, потому что ранний доступ и все такое, так что ждем оптимизации, конечно, в графоне. Ну, в принципе, я вот выставил на максималке и все такое, вообще ничем не отличается, ребят. Ну, вообще ничем. Можно сказать, вот весь графон пока что. Там... Буквально пару теней добавят вам и все, если на максималках играть. А так, смысла пока нет выставлять на максимум. Вот, вот где-то опять, сука. Куда они вообще забрались, я понять не могу. Вот эти вот два игрока. Как будто первый раз, господи, играют. Мне кажется, блять, опа. Short Circus. Ход зарабатывания достижения. Пошло. Так. Вот иногда бывает то, что если враг далеко, то вы его не увидите из-за прорисовки. Поэтому иногда надо пользоваться прицелом. Так. Я вижу, они уже там начали убивать. И пока что они там безрезультатно что-то делают. А эти времени пойду сюда и накостыляю пару пиздюлев. Олени. Олени. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Оу! Что значит вокер допизделся? Сложность реалистик, так что вас могут убить походу и с одного выстрела эти боты. А тем временем... Погодите, это мне надо
ждать 9 часов, чтобы я респаунился? Вы что, серьезно? О, щит. Давайте лучше переключимся на другой сервак. Да, переключился я на сервак, и в итоге я резнулся вообще на тот же самый сервер, но... Начали сначала. Ладно, эти говномесы все там же. Я пойду туда же. Эти говномесы все там же. Я пойду туда же. Так, но при этом мне нужно быть аккуратным. Потому что сложно стоит реалистика. Вас могут убить с одного выстрела. А чтобы убить робота, вы должны ему попасть в голову. Потому что вы сами видели, куда я целился. В грудь, в плечо. В итоге не помогало. Вообще. Вообще не помогало. Ну, хотя бы радует, что здесь есть система приглашений через Steam. То бишь, не обязательно говорить своему другу, типа, заходи на тот сервак. Вот, вы просто входите в профиль, или стоп, Friends. А, ну да, я сейчас Steam отключил, чтобы подписчики не видели, что я, типа, игра, а то начнутся всякая скорейская и все такое. Так что обезопасю я себя. Так, я, в принципе, помню, где меня убили. Сейчас я приду, накостыляю пару пизделев там этим говномесом. О-о-о-о-о, ты уже там? На тебя случайно сейчас не убьют, а? Так, я не могу открыть эту дверь, потому что этот балбес не знает, где открыть какой кнопкой. Поэтому я лучше сюда пойду, обойду его. Так, вот где меня убили. Так, пацаны, сейчас открою дверь. Блять. Пацаны? Олень, твою мать, нахера ты ее закрыл? Ах, идиоты, честное слово. Ну, ты идешь? Господи, какой он медленный. Олень. Олень, иди отсюда, господи. Ай, как мне иногда добивает эта фигня. Они не знают, куда идти. В принципе, показана точка, куда идти. Но чтобы туда дойти, нам нужно налево-направо пойти туда, чтобы забрать ключик. Вот, например. Так, там пока закрыто, мы не можем. Здесь тоже закрыто, мы не можем. Вот здесь можно пройти. Балбесы отстают. А вы что ожидали? Блять. Так. Да, ё-ё. Они ничего не делают. Они просто козюльки мочат и все. Вот кого ты стреляешь, скажи мне? Олень? Ты олень? А? Давайте, пацаны, заходите. Гостями будете. А подождать не? Ну ты пиздец, олень, а? Воу, ты чё меня-то бьёшь, дебил? Здесь friendly fire есть, пацаны, есть. Так что, поаккуратнее лучше стреляйте. Лучше стреляйте поаккуратнее. В своих же не попадайте, а то это плохо кончится. Так. Здесь должны быть вроде бы говномеса какие-нибудь. Будь или не будь. Сделай же ничего-нибудь. Нет. Нет, пацаны, нам нужно наверх. Там по-любому... Блядь! Вы чё там? Иногда я удивляюсь таким оленям, которые... насрали полностью на глушитель. Да, ребят, они полностью насрали на глушитель, они хотят все сразу. И чтобы их к чертям убили. Олень. Ну что сказать, олень. Так. Я не понимаю немножечко, я уже что-то подзабыл. Это задание, куда идти точно. Будь или не будь. Сделай же что-нибудь. Будь или не будь.
Будет или не будет. Так, ну тут, скорее всего, сейчас нам гости будут. Нет? А должны, по идее. Почему-то закрыто. Фу, блядь, ты чё, охуела? Извините, ребят, за мат, но... Нафига стрелять мёртво? Вот объясните мне. Вот нафига? I don't know. А вот и ключик. Так, пацаны, пошли на офис. Олени. Олени. А, походу, я один пойду без них. I'm... что? I'm a figurehead. Ну ладно. Ну вот, I'm a figurehead уже убили. Нафиг он пошел. Без меня. Мог бы выжить. Идиотина. И вот I'm a figurehead ушел из нашего кооператива. Так, пацан, ты не вообще не здешний, можно сказать. Уже кто-то открыл. Отлично. Можно уже не трахать мозг и сразу пойти сюда. И тут у нас ждет какой-то говнюк. Нет? Так, где-то кто-то тупит, но я не вижу. Че, убили? Вот олень. Олень же, блядь, быстро переключимся. Фух. Главное, быстро переключиться, если не хотите перезаряжаться. Это работает как в КС, так и здесь. Так, этот придурок ушел. Хорошо. Я, в принципе, не один могу пойти. Наверное. Если тут сложность реалистика, твою мать. Да, стекло. Стекло просто божественное. Просто слов нет. Так, пацан, не ссы, не ссы. Это всего лишь манекены. Олень тупой. Вот сейчас обосрешься и обкакаешься. Ничего здесь нет. Ничего здесь нет, пошли, пацан, в другое место. А, нет, нам не сюда. Нам не сюда. Сейчас, сейчас, сейчас. Допруг, погоди. Нет, значит нам сюда. Значит нам сюда. Так, вот этот олень ушел опять. Тихо, вот. А там кто-нибудь есть? Так, тихо. Тихо. Фу. Да, ребят, немножко очково, когда вы играете на реалистичной сложности, это... Зопа. Не, ну прям настоящая зопа. Давай, чувак. Куда ты идешь? Ты олень? Объясни. Ты мне, ты олень? Да, я тоже олень, что я люблю унитазы и все такое. Но нам не сюда, это точно. Нам вон туда. И ты не прав. Так, вот он. А вот теперь начинаются проблемы. Оу, вы слышите этот шум? Вы слышите этот пиздец? Все, я его уже не подниму, походу. Он вышел из сервака и присоединился другой игрок Тупик ЦЗ. КЗ. Так, ладно. Покойся с миром, чувак. Удачного тебе ливания. Но я пошел дальше. Вы в жопу, а я домой. Так. Вот тут я бы лучше не рисковал. Ух. А сейчас немножечко, пацаны. Ой, так, погнали.
А, еле заметный, ребят. Да, еле заметный из-за графона. Ну, вот и все. Все обошлось. Наверное. Вроде бы все обошлось. Да, и мы вышли отсюда. Отлично. Так, теперь нам аж вниз нужно. Вот, я долго думал, куда же это, как это. Оказывается, все очень просто. Вот здесь, блин. Или заметно, ребят. Ну, пипец это же. Так. Так, чей лазер, понятно? Отлично, меня убили. Я, кажется, догадываюсь, кто меня прибил. О, его тоже убили. О, господи, и это мы полчаса удохались вот так, да? Он вышел. Я могу лишь только похлопать тем игрокам, которые так маразно отнеслись к этой миссии. Вот теперь миссия на изи. Ох, не знаю, ребят. Я, конечно, сейчас попробую на мультиплеер зайти. Но вряд ли это получится. Ладно, сейчас попробуем. Вау, ребят, я зашел на мультиплеер, неужели? И тут, к сожалению, пока один игрок. Но хотя бы мультиплеер есть. Это новогодняя карта, моя любимая. Тут няшная песенка играет под Новый год. Тут няшная песенка играет. Так, и мне нужно убивать пока что одного игрока. Это Аспецерафейс. Господи, что за ник? Так, и пока что посторонний шум... Блять, немножко испугался. Не спрашивайте, ребят, что это за... Как будто какие-то китайцы, блин, друг другу в жопу пердолят. Но это не так, ребят. Это просто... Это... Как вам сказать? Звуки самой карты. Угу. Это... Я не знаю, ребят. Чем это разработчики питались? Ну, звуки вообще не в тему. Я вам хочу сказать. Ну, вообще не в тему. Вот я убил АСЦП Скарафейс. Первый килл за мной. Да, чувак. А, хоть я пока еще немножечко нуб в Counter-Strike, но хотя бы я тут тебя немножечко могу понубить. Интересно, чувак, где ты сейчас респаунишь? Он пока еще в смерти находится. Либо он сейчас опять выйдет из игры. И мне дадут вин. Ну давай, пацан. Пацан, ну ты будешь резаться? Просто нажми на сраную кнопочку Space. И давай резаться, и давай я тебя загашу еще раз. Если получится. Ведь я же заглушителем. Хуль. Так, а тут уже стоял, да? Почему-то он не хочет резаться. Не знаю почему. Печалька его постигла, наверное. Господи, ребят. Это такие куяу-куяу, блин. Вот эти вот звуки китайцев что-то меня уже добивают. Я хочу уйти отсюда, к черту. А лучше написать разработчику. Ну, блин, что это за звуки китайцев? Они тут вообще никому... Красота. Красота-то какая, ребят. Это, конечно, музыка какая-то. Правда, на фоне китайцев, но все равно. Красиво. Красиво. Так, можно как-то же забраться сюда? Нет? Нет, нельзя. Печалька. Или? Блин. Блин, не получается. Ладно, ребят. Он находится почему-то в смерти. Я не знаю, почему, ребят. Может, просто мамка отошла типа во время убийства. Он там начинает клаву ломать, монитор себе разбивать. Ногами себе по мышке тереть.
хер знает, ребят. Он даже не гесается. Ладно, пока он не реснулся, я могу хоть показать саму карту. Как она хоть называется-то? Короче, не помню название. Но выглядит красиво. Что-то там начинается на Winter. Winter Cooldown или как-то так. Но карта офигенная и очень красивая. Мне нравится. Вот здесь бы я играл. Ну, просто на эту няшность. Какая няшность. Ставьте пальцы вверх, кто любит такие зимние карты. Да и думаю, почти все мои подписчики любят вообще снег, зиму в игре. Какая же красота, ребят. Почему-то сразу вспоминается Skyrim. Ну, не знаю даже. Думаю, тут Skyrim неуместен к этой игре Interstellar Marines. Но все же, красиво же. Давайте тогда закончим на эту серию, потому что этот чувак не хочет спавниться, не хочет, чтобы я его убивал опять. Зато я сделал красивый килл ему в бошку. Где-то тут был еще подарок такой светящийся, но его уже нет. Я скриншот в Steam выкладывал, там, короче, подарок в темноте светится. Так, а это типа искусственный свет такой. Вот он двигается. Почему-то сразу напомнило фильм Skyline. Какой-то странный свет, если честно. Да, и карта тоже сменяется в плане темноты, дождя и все такое. Но на этой карте дождя не будет, только темнота немножечко. Ну что, ребят, с вами был Shadow Walker, это была игра Interstellar Marines. Покупайте игру, не пожалеете. Конечно же, в Steam покупая Spirehead нерезонно, но я думаю, вы найдете, где купить дешевле Spirehead. Я где-то потратил 166 рублей всего за Spirehead, если в Steam оно 800 или 900 рублей стоит. В общем, не пожалеете. А с вами был Shadow Walker, всем пока-пока и с Новым Годом, чуваки.